Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні гість студії – керівник прес-служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Ілляна Пацюк. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пані Ілляно, ну, наскільки я розумію, для вашої служби кожен сезон він специфічний. Закінчилось літо, почалась осінь. А які проблеми, як правило, виникають в цей сезон? І, може, такі підсумки попереднього сезону підіб'ємо? Перша декада осені буде характерна тим, що, в принципі, будуть продовжуватися пожежі в екосистемах, які ми вже багато часу повторюємо, профілактуємо, і в яких зараз саме рост і проблема наша насущна. Це пожежі сухої трави, мусор на відкритих територіях і, безумовно, они сейчас и складывают основную статистику пожаров. На данный момент на территории области 2328 пожаров. Это имеется в виду и открытые территории, и пожары на объектах, и пожары в жилье. Безусловно, основной фактор остается, это все-таки человеческий фактор. И открытые территории, можно открыто говорить о том, что неосторожное обращение с огнем, чаще всего, так, мы надеемся, что сухую траву мы выпалим и будут блага, но горят хозпостройки, горят жилые дома, ну и потом, в принципе, конечно, все дороги ведут в Рим. Есть такая пословица, все дороги ведут в службу спасения. Люди не справляются с тем, что сами начали? Надежда на то, что мы спалим, сожжем мусор, очень часто не оправдана. И поэтому хочется обратить внимание и повторить заново, что несанкционирование сжигания мусора в первую очередь приведет при наличии ветра к определенным результатам. Чаще всего негативным последствиям. Безусловно, негативным последствиям, и это материальный ущерб и немалый. Имеем мы не единичные такие эпизоды, когда горят вблизи расположенные постройки и жилые дома. Ну, есть еще такая проблема, насколько я понимаю, тоже вы часто с этим сталкиваетесь, когда фермеры после себя вместо того, чтобы распахать поле, они его стернюют, то сжигают. И, собственно, тут встает вопрос о профилактике. Как вы проводите профилактическую работу? Как вы работаете с людьми? И прислушиваются ли к вам? Есть положительная динамика, на мой взгляд, в этом году. Если сравнивать с прошлым годом, все-таки пожары именно остатков на полях злаковых культур все-таки реже в этом году. И в этом, может быть, какая-то роль все-таки службы спасения есть, потому что мы носим рекомендательный характер нашей беседы. Мы приезжаем к фермерам, беседуем на тему, что страдает, во-первых, и экология, все-таки это не наша как больше функция, но мы берем на себя такие тоже полномочия говорить о вреде здоровью. И помимо этого, это все-таки материальные зарплаты, затраты и немалые. То есть, если у нас, к примеру, на обслуживание района, если мы возьмем город, находятся 1-2 единицы техники, которые в это время могут пригодиться кому-то в жилом доме, а будут тушить просто-напросто сухую траву, по-моему, в этом и есть парадокс. Как бы приводя такие примеры, все-таки помимо этого раздаточный материал, который мы специально нарабатываем, даем свои рекомендации относительно первичных средств пожаротушения на специальной техники, которая используется. Помимо этого, инструктажи для людей, которые занимаются именно на полях какие-то работы проводят. Это в первую очередь огнетушители либо порошковые, либо углекислотные, чтобы люди в случае необходимости могли сразу же сориентироваться и использовать его, а не читать инструкцию, которая написана на нем. Но, на мой взгляд, есть положительные результаты. То есть к вам прислушиваются, слава богу. Наверное, это авторитет службы. Ян, вот осень сейчас, да, еще буквально там несколько недель пойдет листва. И нас все борются с ней именно тем, что сжигают. Правильно ли это? Или все-таки стоит как-то
по-другому утилизировать. В этом, собственно, и парадокс. Все говорят про компост, все говорят о том, что лучше, допустим, зарыть эти же, выкопать яму и сложить туда эту же листву. Но не все этого придерживаются. Проще надымить на весь город. Но в прошлом году, если вы помните, была такая в соцсетях, я бы даже сказала, путь среди людей, которые активно пользуются Фейсбуком. Возмущались тем, что центр города затянут такой дымовой завесой. Почему? Безусловно, частные дома где-то, люди активно сжигают эту листву, потому что ее вывозить – это, во-первых, затраты, во-вторых, не каждый будет копать на своем участке яму, жжем. И от этого, конечно, безусловно, нужно сказать большое спасибо сразу же людям, которые страдают на болеют аллергией, сердечники. И в конце концов, просто дети, которые гуляют во дворе. По-моему, тут даже не нужно обращаться ни к врачам, ни к кому. Это все ощутимо, очевидно. Очевидно. Да, очевидно. Потому что, во-первых, дискомфорт. Во-вторых, вонь, на которая не только в жилые дома, где люди сжигают эту листву, траву и так далее, ветки, а еще и площадь достаточно большая, и особенно многоэтажки, если взять Ингульский район, то вы знаете, там и многоэтажки, и частный сектор, они все перемешаны. Все вперемешку, оно да. Все вперемешку, безусловно. Какой-то частник палит эти листья, а дышит весь микрорайон. Безусловно, это будет негодование вызывать. Поэтому говорит такое известное слово «компост». Хорошо, я предлагаю сейчас посмотреть ролик, посвященный именно этой теме, ну, так сказать, для закрепления материала. Потом продолжим разговор. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області інформує, застерігає, попереджає. Шановні громадяни, у літній період року збільшується кількість пожеж у степовій зоні. Маленька іскра, необережно кинути недопалок з вікна проїжджаючого автомобілю, може призвести до великого лиха. Не допустіть виникнення пожеж у лісосмугах, на відкритих територіях вздовж трас. Будьте пильні. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. Будем надеяться, что наши зрители прислушаются к советам МЧС и не будут подобным образом поступать. Лена, лето закончилось, но тем не менее люди все еще продолжают отдыхать на воде, теплые дни сохраняются. Насколько серьезна проблема гибели людей на воде в Николаеве и области, если говорить, ну, вот немного о статистике и, может быть, о каких-то таких наиболее ярких примерах, как не стоит себя вести на воде? Вообще, если говорить в целом, то у нас 51 эпизод как раз на воде, на водных объектах. И из этих 51 эпизода 43 человека утонуло, 4 ребенка среди них. Да, то есть получается так, что в принципе можно немного наперед подумать, чем может закончиться либо рыбалка, и либо ребенок, который пошел без родителей купаться на реку, особенно это касается таких районов, например, как Снегиревка. Там река хоть и не широкая, но она быстротечная, течение, водовороты. И у нас в этом году были эпизоды, и в прошлом году были эпизоды. Это когда две девочки, да, да, пострадали? Совершенно верно. И вот если говорить, допустим, о детях, остановиться на детях, то, безусловно, большинство из них все-таки без сопровождения взрослых. То есть это причина? Не досмотрели? Не досмотрели, безусловно. Если, конечно, это уже более старший возраст, это, допустим, подростки, то тут переоценка своих возможностей. Основной такой фактор, когда, к примеру, в начале лета, когда еще вода недостаточно теплая, прогретая, и у нас был такой эпизод в июне месяце, на ставке. Кроме того, ставки, вы сами знаете, что, безусловно, это купание там непредсказуемое. То есть, а почему на ставках? Ну, потому что, как говорят, где купаться можно? На пляже, правильно? Там обследованное дно, оно ровное, без каких-то особых на то, как сказать, неожиданностей. А ставки, во-первых, многие вязкие. Во-вторых, на дне могут быть и коряги. Помимо этого, ямы и так далее.
Плюс, если, допустим, в городе на берегу отдыхает много людей, то есть шанс, что будет замечен человек, кто-то может помочь. Хотя не так часто, но тем не менее такие эпизоды есть. Могут позвонить в службу спасения, те, кто становится очевидцами. Если это же говорить о поселках, то чаще всего 1, 2, 3 человека, которые приходят на берег и просто не успевают среагировать. Как говорит вот практика, зачастую просто уходят под воду и потом приходится просто водолазам либо местным жителям искать уже тела. Ну, я предлагаю посмотреть ролик о том, как на Намыве спасали человека, а потом мы продолжим, поговорим на эту тему. На приеме! Вы тут женщину плывущую не видели? Информацию на ОКЦ, проводим поиск. Вы не видели тут женщину плав? Нет? Давай туда. Пострадавшую обнаружили, берем на борт. Давайте руку. Давайте руку быстрее. Там уже вас все обыскались. Держите весло. Как это вы так далеко забрали? Давайте. Я ничего. Ну, что, мы сейчас вас как-то прикроем. Сейчас я жилет вам дам. Мажор! 129-й, я сегодня не слышу, у меня прием. Пострадавшие. И ложитесь на дно лодки. Как вы себя чувствуете? Подождите, стой, не все. Вам скорая нужна? Приготовьте, пожалуйста, одеяло, чтобы мы могли прикрыть человека. Возвращаемся на берег, как поняли, прием. Собственно, Ильяна, как получилось так, что ее настолько далеко, там около 2 километров, да, она от берега оказалась? Это тоже настолько уверенность в своих силах? Ну, скорее всего, мы уже говорили об этом, переоценка своих возможностей. Когда компания отдыхает на берегу, тут могут быть 2 фактора. Либо выпивают потом пьяного моря по колено, а говорят с бутылкой и океан. Есть такая среди народа пословица. Ну, или может быть, пойти на спор, так еще говорят. А вот я смогу. И вот в данной ситуации это как раз позвонили друзья девушки и сказали, что давно ее нету. И вызвали из аварийно-спасательного отряда специального назначения как раз группу, которая занимается поиском на воде, оказывает помощь на воде. Представьте себе само расстояние. Микрорайон Намыв и ракетное урочище. Во-первых, это нужно доехать. Во-вторых, вот в данном случае был такой фактор, как не было видно на поверхности воды, потому что отблескивало от солнца. Среди поиски волн... затрудняло. Да, да. Среди волн просто ее было не видно. Вот вы уже даже видите на видео, когда говорят, видели человека, нет, не видели. Их не видно. Помимо того, что это опасно для самой девушки, что может быть либо проходящий катер, либо моторная лодка, она может пострадать, особенно учитывая вот этот момент. И да. В общем-то в этом районе-то навигация достаточно активная. Ну вот и получается, ее нашли приблизительно где-то 20 минут заняло времени у ребят, пока ее нашли. Покуда доехали минут 10, представьте себе временные пороги. То есть, в первую очередь, безусловно, нужно подумать о том, насколько это вообще безопасно для тебя или для твоих товарищей, и друзьям остановитесь. Ну, в общем-то, друзья, мерить. В общем-то, наверное, ну, как-то вовремя среагировали, могло бы хуже все закончиться. Да, это у нас, кстати, не единичный эпизод был. Такой у нас эпизод в районе Варварского моста, и переплывали ребята реку. Но хорошо, там ребята такие крепкие. И, в принципе, в одну сторону они переплыли, а обратно уже, опять же, друзья стали беспокоиться, что достаточно долго их нету. И когда наши спасатели с помощью тоже моторной лодки ребят подплыли к ним, то они были уставшие, ну, в принципе, может быть, и продолжали бы плыть, но тут второй момент есть. Друзья на берегу уже сомневались в том, что у них это могло получиться. И хорошо, что позвонили заранее. Как бы вот 2 таких очевидных примера вот в городе Николаеве. Ну, говоря о профилактике, предупреждению гибели людей на воде, особенно если говорить о детях, вы же тоже наверняка проводите какую-то работу, как-то встречаетесь, объясняете, и на тех же пляжах наверняка, на тех, там, где разрешены
Вода это, кстати, такая широкая тема, потому что можно проводить ежегодно, в течение целого года. И потому что те знания, которые они на уроках безопасности жизнедеятельности, либо вот в детских лагерях. Допустим, мы активно сотрудничаем с лагерем «Дельфин». У них есть свой бассейн на территории лагеря, и это можно наглядно показать, как ведет себя человек, когда он тонет. То есть достаточно небезопасно даже человеку, который спасает его, может пойти ко дну, если неправильно подойдет к нему, неправильно окажет помощь. То есть дети, которые постарше, могут даже воочию потренироваться, что это непростая такая вот наука. Человек, наверное, спасать. В критической ситуации, он начинает цепляться лихорадочно. Да, безусловно. Показывает, как освободиться от захвата. И в этом нам помогает Федерация подводной деятельности и спорта Николаевской области, это же спортсмены по акватлону, которые имеют такие знания, навыки. И работа у нас в течение целого года не прекращается. Помимо этого, конечно, это наглядная агитация, это листовки, газеты, это ролики, социальная реклама, это билборды, сетилайты на территории наших подразделений или же по городу и по области. Это же телевидение, интернет-издание. Как бы пытаемся и работаем со всеми направлениями, чтобы максимально донести информацию к сознанию, начиная как от маленького, от детских садов, так и заканчивая уже вполне взрослыми нашими жителями. Есть еще одна категория вполне взрослых наших жителей, которых периодически приходится спасать, это рыбаки. И я так понимаю, дело не только летом происходит, а круглый год, потому что разные виды рыбалки в разные сезоны. Я предлагаю посмотреть материал, а потом продолжим. Ну, собственно, насколько я понимаю, не только нетрезвые рыбаки, я прошу прощения, попадают в какие-то такие чрезвычайные ситуации. Иногда и течение, и ветер, и много всяких обстоятельств приводят к трагическим последствиям. Ну, в частности, если, допустим, о рыбаках, то, безусловно, тут уже свои проблемы в каждом сезоне есть, но, тем не менее, они общие. То есть, если человек идет на рыбалку, то, значит, у него должны быть все необходимые в случае непредвиденной, нештатной ситуации. Хотя бы не жилет или подушка надутая воздухом. В случае, если лодка, особенно если резиновая, бывает такое, что якори могут задеть. И надеяться на то, что кто-то будет рядом, конечно, это хорошо, если вы на пятачке ловите рыбу, где много будет лодок. А если это район, где проходит суда, такое бывает тоже, достаточно глубоководные места, то хотя бы, чтобы себя обезопасить, такие надувные какие-то, либо спасательные жилет, либо это спасательный круг, либо какая-то надувная подушка, то, что может человеку чтобы помочь держаться на воде. Совершенно верно. Ну и, конечно, стоит учитывать, еще я хотелось бы поговорить, насколько люди хорошо себя чувствуют, когда идут на рыбалку. Вот сердечники, к примеру, или же вегетососудистая дистония. Насколько вообще уместно будет далеко куда-то заплывать на лодке и сможет особенно ли человек если себя... жарко. Да, разность температур, это атмосфере плюс 40, а то и больше у нас, и до сих пор температура такая в обеденное время держится. Плюс, если очутиться потом в воде, это не единичный случай. Допустим, причины, которые приводят к гибели именно... Когда человек утонул, может быть и сердечная какая-то. Это уже устанавливает экспертиза позже. Но то, что на открытом воздухе при температуре такой находятся люди, то все-таки, наверное, стоит подумать, насколько хобби безопасно для этих людей. Или же просто учитывать все факторы. Это если на реке, далеко не уходить, где можно себе самому первые такие
Вот оказать себе помощь. Оказать себе помощь, да. Ильяна, ну, мы не можем обойти эту тему, говоря о вашей службе. Сегодня появилась информация о том, что заминирован горосполком. Ну, кто-то неудачно пошутил, а достаточно серьезный ресурс был поднят по тревоге для того, чтобы доказать обратное. И ваша служба в том числе задействована. Насколько, как бы это сказать, насколько не стоит это делать, насколько это неправильно? Ну, в плане задействованного ресурса. Если говорить о периодичности, мы все, наверное, наблюдаем, что практически каждую неделю у нас что-то минируется. То есть мы получаем такие вызовы. Мы не будем говорить, для чего это делается, о последствиях. Безусловно. Последствия – это такое, что влечет за собой это мероприятие очень много затрат, во-первых, человеческих ресурсов и материальных ресурсов. Во-первых, привлекаются... Полиция привлекается, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. И покуда проводятся все мероприятия необходимые, это имеется определенная схема, по которой работают все эти службы, никто с места не уедет и будет находиться до того момента, пока не будет отбоя. То есть либо найден, либо не найден взрывоопасный предмет. Безусловно, хотелось бы сразу же обратиться к людям, которые шутят так. Это, во-первых, хулиганское действие. Во-вторых, все-таки подумайте о том, какой в этом коэффициент полезного действия. Он равен нулю абсолютному. То есть... Если вы хотите что-то о себе заявить каким-то образом, вы все равно же выступаете инкогнито. Ну, на что обращают внимание? И вот, допустим, я не понимаю, что хотят этим выразить, какие... на что обратить внимание. Ну, все закончилось... Абсолютно да. Нормально. Да. Лена, говоря о... собственно, мы обсудили, да, и гибель детей на воде, о том, что не стоит их оставлять дома без присмотра. Сейчас начался учебный год. И проблемы, собственно, с детьми не закончились. Я сама, как мама, я постоянно переживаю о том, что мой ребенок, а он сам дома находится... Постоянно я с ним провожу какую-то профилактическую работу. Собственно, и вы тоже проводите профилактическую работу. Вы работаете как с детьми, так и с родителями. О чем вы им говорите? Конечно, обнажить все проблемы в беседе достаточно сложно, поэтому мы рассчитываем и на помощь преподавательского состава, которые ежедневно работают с детьми. Ну и когда есть возможность у нас поговорить, это родительские собрания с родителями, акцентировать внимание на чем? Как бы учитывать возрастные особенности своего ребенка. Один ребенок, к примеру, в 12 лет может прекрасно находиться сам, а себя обслуживать. Некоторым детям они рассеянные, романтики, разные бывают дети. То есть учитывать именно как ребенок готов оставаться дома без присмотра сам надолго, либо нет. Особенно касается малолетних детей, которые им все интересно, они познают так мир. Поэтому, безусловно, малолетних детей абсолютно не нужно оставлять дома самих. Хоть и сейчас у нас как бы продвинулся прогресс, у нас есть там микроволновые печи, у нас они увлекаются гаджетами, смотрят телевизор, то есть они могут быть себя... Да, они могут находиться в пределе, но от нештатных ситуаций короткое замыкание электропроводки, к примеру, сможет ли ребенок адекватно среагировать в такой ситуации, то есть открыть дверь и хотя бы выйти. То есть это постоянная работа родителей. И кроме этого, все-таки на части весов стоит жизнь ребенка, его здоровье и какие-то бытовые проблемы. Поэтому всегда отдать предпочтение как раз именно первым. Вы знаете, я несколько лет назад, когда мой ребенок позвонил, говорит: «Мамочка, я себе яичницу сам приготовил. Я так быстро домой еще никогда не добиралась». Но, слава богу, когда я приехала, я поняла, что он совсем справился, он все сделал так, как положено, все нормально. Теперь я, в принципе, в какой-то степени спокойна. Но, тем не менее, я все равно продолжаю ему говорить о том, что как себя вести, что делать. Я говорю: не надо геройствовать, сразу выходи, находи способ выйти. Вот у нас, к примеру, нередки такие эпизоды, когда дети остаются дома сами, и потом звонят в службу спасения по номеру 101 соседи. Почему? Потому что дети кричат с балкона, зовут родителей.
То есть такие они не, не единичные, эти эпизоды, поэтому я опять уже говорю о возрастных особенностях, о зрелости, так можно сказать, может быть, слишком громкое для ребенка слово, но тем не менее. На жаль, наш час вже вичерпано. У нас були ще теми для того, щоб поговорити. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити їх під час наступного ефіру. Будемо сподіватися, що ця наша зустріч для глядачів, для батьків буде корисною. До нас прислухатимуться і з дітьми, та й з дорослими все буде гаразд. Дякую за те, що завітали до студії. Дякую за відповідь. На все добре. Всього хорошого.